Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». И вначале расскажем о погоде. В Карачаево-Черкесии сегодня во второй половине дня местами будет кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильный дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 10-15, днем 23-28. А в горах ночью 3-8, днем 13-18 со знаком плюс. В Черкесске днем будет без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 13-15, днем 26-28 градусов тепла. Увидели свет журналы на четырех языках народов Карачаево-Черкесии. Литературно-художественные и научно-просветительские были выпущены Кочегу имени Умара Алиева. О значении и структуре журнала на карачаевском языке в эти минуты в нашей студии моей соведущей Бели Джазаевой расскажет член редколлегии журнала, доктор филологических наук Зухра Караева. Доброе утро всем. Доброе утро, Зухра Басхануковна. Очень рада видеть вас у нас в гостях, вы такой редкий гость. Но поводом для нашей встречи стало то, что при Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева вышли в свет четыре журнала на четырех языках Карачаево-Черкесии. Вы вошли в редколлегию журнала «Тао Язы» на карачаевском языке. Естественно, я не могу не спросить вашего мнения, чтобы вы поделились своим мнением о значении этого журнала. Это, конечно, очень большое событие, событие для всех, так сказать, народов, потому что каждый народ получил возможность иметь текущую картину текущей жизни, культурной жизни, понимаете, в литературе и, так сказать, в других сферах, обмениваться мнениями, появляются молодые имена, с которыми мы иначе не знакомимся и не можем познакомиться. Это действительно так определенный этап и ступенька в развитии нашей жизни, культурной жизни, нашего национального сообщества. Автор проекта и руководитель – это ректор университета Узденов Таусултан. И я должна сказать, что он сделал огромную и очень важную работу. Главный редактор журнала Хапаева Светлана Магомедовна, очень серьезный специалист в области языка карачаевского и вообще филологии, работающий в этом же университете. Сам журнал, что это такое? Он, как это обычно традиционно, он так, все журналы так и обозначаются, литературно-художественный и культурно, ну, называют его культурно-просветительским, ну, это научно-просветительским, но в данном случае обычно чаще говорят научно-публицистический. В нем как бы собраны все жанры, представлены все жанры. Содержанием вы довольны? Да, конечно, потому что охват огромный, что с точки зрения... Вообще, вот даже если вы посмотрите состав редколлегии, здесь ученые, преподаватели, поэты, писатели, драматурги, журналисты, учителя. То есть наше общество, вот, так сказать, интеллигенция и научная, так сказать, прослойка, преподавательская прослойка и просто пишущие, творческие люди охвачены полностью. Кроме того, географически очень широкий масштаб. Это и Москва, и, ну, я уж не говорю, там наша республика, начиная с Учкикена, там Джигуты, Карачаевска, Черкесска, до Москвы, до... значит, Турции, до Норвегии представлена она у нас с Белялом Лайпановым. Это в редколлегии. То же самое и в составе авторов журнала, в который, да, входят, во-первых, все жанры. Начиная там проза, поэзия, значит, публицистика, воспоминания, эссе, сатира, юмор, ну, биографии. Все, что, так сказать, в слове выражается в различных жанрах, все представлено в этом журнале. Ну что же, мне остается поблагодарить вас за участие в нашей программе, за полный анализ. Я желаю вам успеха. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Черкесская редакция», в 14:30 «Вести» с Ашемезом Пхешховым. Удачного вам дня и встретимся завтра.
Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Мы рады пригласить детей и их родителей в новый детский развлекательный центр, расположенный в ауле Сарытюз. Отметить детский день рождения, отдохнуть в семейном кругу, провести мероприятия для дошкольных и школьных групп. Все это предлагает вам наш детский развлекательный центр. Ждем вас в ауле Сарытюз, рядом с Ковровой империей Венера. Звоните +7 928 390 43 49.